Конституционный суд России пересмотрел порядок оплаты отопления. Изменилась норма, регулирующая начисление в зависимости от наличия во всех квартирах счетчиков. Поправки не были бы внесены, если бы не иск жителя Подмосковья, владельца новой квартиры в доме, оснащенном коллективным прибором учета тепла. При этом во всех помещениях, как жилых, так и нежилых, установлены также и индивидуальные счетчики. Но те к началу отопительного сезона 2016 года некоторые хозяева демонтировали в целях экономии. Тогда управляющая компания принудила всех жильцов платить исходя из показаний общедомового прибора. Общую сумму разделили на число квартир с учетом их площади. Таким образом, оплата за отопление для истца значительно выросла, а соседи-должники, которые за пени должны платить больше, сэкономили за его счет. Суд признал подобную практику начислений незаконной и несоответствующей Конституции. Теперь плата за тепло при отсутствии индивидуального счетчика будет рассчитываться исходя из нормативов и площади квартиры.